Ищите, ищите, да. Ну, наконец-то дождались, роблоксеры дождались. Наконец-то Роблокс. Ну вот, посмотрим, сколько еще роблоксеров осталось на моем канале. Ставим быстренько все лайкосик за Роблокс. Очень много слова Роблокс, и я снова сказал это слово. Боже мой. Да, я вернулся, я немножечко посидел, борода моя стала, ну, прям как такой Дед Мороз, слушай, изменилась шапка, и я потерял пару конечностей, пришлось заменить их роботизированными протезами, ну и, конечно же, пиратская тема у меня никуда не делась, черепок и наш знаменитый Кех на моем плече все же присутствует с нами. Кех, поздоровайся со всеми. Химки есть? А есть, найду. А находимся мы в симуляторе снеговика. Сегодня будем катать с тобой шары, такие огроменные, здоровенные, лепить из них снеговиков. Да, ну что ж, приступим. Нажимаем вот на эту штуку. У нас начал накатываться уже маленький такой комочек. О, слушай, ну мы с тобой как прям каждый Новый год начинаем с тобой снежные всякие карты, связанные с Новым годом, с Рождеством, в общем, как-то положено. В прошлом году мы с тобой, по-моему, снегоуборщика играли. Да, точно, в снегоуборщика играли. Ух, кто помнит эти времена, ставим лайкосики. Задолбался уже. Как попрошайка какой-то. Какой здоровенный шарамба накатался, ты глянь. Ого, он уже больше меня. Ну, благо мои роботизированные. Так, не понял. Весь шар утрамбовался в санта-клаусовский красный мешок, который у меня висит за спиной. Роскошно, слушай. А, вот смотри, вон он где отчутил. А, это не мой. Это не мой загон, здесь какой-то 700 Григорий 007. А где мой загон для снеговиков? А, вот он мой загончик. Понятненько, давай скинем здесь снежочек. Е нажимаем. О-о-о-о! Вот он наш шар. Что-то какой-то снеговик не такой, вообще не такой. У меня шар был в 4 раза больше, чем вот это вот. Что это такое? Что это за каках тут у меня какая-то белоснежная? Не, так дело не пойдет. Ну, ладно, давай по-новому накатаем сейчас здоровенный шар. Берем и накатываем. Вот так вот. Интересно, а что... О, кстати, смотри, щелкунчик. О, да их тут несколько. По-моему, они дают квесты. Ух ты, конфета, смотри, какая классная. Пошли за конфеткой. Сейчас мы ее возьмем. Интересно, что конфеты делают? О-о-о, что-то я слишком тяжеленький. Слишком жирненький. Лед трещит прям подо мной. Короче, я понял, смотри, что. Собираем конфеты. И вот... Здесь вот одна конфетка обменивается на 50 голды вроде как, да? У меня красная конфета. Значит, нам нужно к красному щелкунчику подойти. Отдаем ему. Обменяем. Точно, смотри. А зелененький что предлагает? Одна зеленая конфета, 10 голды. Неплохо. А я уже тем временем заподозрил вон ту вкуснятину. Идем собирать красную конфеточку. Вот так вот. Знаешь, что не очень круто? То, что... Накатывать шары снежные можно не везде. Вот, допустим, вот здесь вот я не могу накатывать. Так, все, мы уже мешок набили, пойдем сбагрим этот снег на нашего снеговика. Давай, стройся, снеговик, большой и маленький. И построился какой-то гномский снеговик. О, он еще и разговаривает. Ничего себе, ты что еще и болтать умеешь? Офигеть, магический... Дед Мороз хотел сказать. Снеговик. Так, добавить снеговика. Куда это я его добавить могу? Ну давай добавим. А, сделать ребут надо. Ух ты, красная конфетка, давай заберем ее. Че, ладно, давай ребут сделаем. 25 голды получил и... Снеговик куда-то исчез. Ну вот, все мои натуги, потуги. Ух ты, а тут еще рубильнички есть. Смотри-ка, что это тут такое, ну-ка. Красненький, синенький. О! Новогодняя расцветка. Или полицейская. Красно-синий огонек. Полицай тебя найдет. Ладно. В общем, что это я? Да не, короче, надо сменить на белый, синий на белый. Красно-белый огонек. Новый год уже идет. О! Ну, вроде да. Под цвет этих вот вкусняшек. Значит, продолжаем накатывать наши шары. Вот. А чё их мы катаем? Я не понял. Мы еще в снежки можем покидать. Во. Смотри, катаем и кидаем. Да, кидаются они, конечно. О, вот так вот. Нифига себе, смотри. Это кто такой рогатый бегает? Лови в пуканище. Так, смотри, сколько у него снеговиков маленьких. Еще и птиц с ним бегает какая-то. Дружище. О, я у него под шар закатился. Да, точнее, под... Под шар. Под этот.
31% накатан. Ладненько, пойдем еще накатаем. Или вообще, давай пробежимся по карточке, посмотрим, что тут у нас вообще есть. Вон конфеты есть, давай сейчас конфеточки пособираем. О, зелененькая конфета, я вижу. Сейчас мы до нее сбегаем, заберем. Здесь еще есть какие-то снеговики злобные. Их, походу, надо снежками лупить, да? Да, я угадаю, по-любому снежками. Что-то снежки не выбираются. Наверное, надо накатать. Точно, их надо накатать вначале. Сейчас накатаем. Оп. Не, у меня нету снежков. Офигеть, вот это дела. Ладно, ну как снежки могли закончиться зимой? Это вообще, это маразм какой-то. Ну, тут полно снега, лепи да кидай. Опа, сейчас, короче, залезем за нашим... Опрокинулся, ну что ж такое-то? О, вон еще одна зелененькая конфетка. Сейчас, сейчас, сейчас. Пойдем все соберем. Мне так хочется нажать на shift, чтобы я спринтанул. Есть. Мои костлявые роботизированные ноги. Эх, позволили мне собрать эту конфетку. Паркур даром не прошел. Бежим теперь вон туда. Итак, итог сладкого пробега. Я собрал 3 зелененьких конфеты и 6 красненьких. Сейчас мы это все дело обменяем и пойдем пошопимся. Посмотрим, что у нас там есть. Продаем. 30 голды получили. И здесь 6 голды. Ух ты, какая елка! Сколько здесь подарков! Это все мне! Никто не открывает, значит мне. А, я тоже открыть не могу. Вот облом. Ух ты! Это же завод Санта-Клауса. Здесь подарки упаковывают к Новому году. И развозят отсюда потом всем детишкам мира. Ну, естественно, естественно, кто хорошо себя вел в этом году. Так, значит, смотри, у нас есть тут бронзовый подарок. Он стоит 285 серебряных слитков. У меня такого количества нет. А вот это стоит 4750. Подарочек, конечно, роскошный. Так, а что у нас вот здесь? Present Slider. Запрыгнуть я туда не могу. Ладно, я понял. Тогда пойдем на... Воу, это что, мне что ли? А, я понял, отсюда подарки выкатываются. Чуваки, вы что, офигели что ли? Смотри, уже 2 подарка купил. Ну ты буржуй, а. Ладно, пойдем на второй этаж, поднимемся, посмотрим, что у нас там. Так. Только для сотрудников. Ну да, смотри, там дверка для гномов. Я туда в любом случае не влезу. Точнее, для эльфов, у Санта же эльфы. Так, Санта офис. Это мой офис. Видите, у меня борода. Все, пустите меня туда. Блин, закрыт. Не, меня раскусили. Идем катать шары, снежные шары, чтобы заработать нам на подарочек. Нужно еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Чувак, с тобой все нормально? Ты че на свой шар вылупился? Он тебя загипнотизировал? О, побежал, ожил. Ух ты, домик, смотри какой. А, там ничего нету. Ну-ка пойдем, с шаром зайдем. Ой, надо валить отсюда, здесь камин горит. О, ты смотри-ка, в этот раз снеговик побольше будет. Ништяк. И 320 серебряных слитков у меня появилось. Пойдем-ка, слушай, а это точно серебряный? Может быть это лед? Мы же все-таки на Северном полюсе. Наверное, это ледяные слитки. Так, значит, сейчас мы возьмем вот этот вот бронзовый подарочек. Посмотрим, что он там выпадет. О, специально для меня! Ничего себе, маленький снеговичок! Круто! Где-то у меня есть снеговичок. Он позволяет мне собрать на 1 единицу больше снеговика, снежков. И больше дамага добавляет. Ой, ладно, короче, беру его, take on. Вот, и посмотри, какая морковка у меня тут бегает. Слушай, а у тебя морковка свежая? Вроде свежая. Морковка кверху, как говорится. Все, пошли. Ох, как же я люблю новогодние симуляторы. Прям чувствуется праздник. Слушай, мне вот интересно, если я сейчас накатаю шар, и этим шаром въеду в пень, он у меня рассыпется или нет? Сейчас мы это проверим, вот пенек. Слушай, вообще по барабану, вообще пофигу. О, наконец солнышко. Не люблю играть в темное время суток. Я просто боюсь темноты, прямо пшпе. Так, слушай, вот мы накатали шар. Сейчас мы побежим вон туда, вон к тем злобным снеговикам. Хочу... О, отлично. Хочу... Есть, снежки у меня есть. Хочу закидать их снежками, посмотреть, что будет. Вот так вот. О, он тоже снежки лепит. Офигеть. О, снежконфеты сыпятся. А ну-ка давай покрупнее вон того. За соточку. Лови. О, нет. Не, он слишком, слишком здоровый. Слишком толстый. Слишком много в нем снега. Значит так, бежим сюда.
Ничего себе! Ты посмотри, что это такое? Что это за мутант? Я хочу туда залезть. Так, залазим. Прыгаем наверх. Опа, паркурим, чуваки. Господи, я да... Ну, блин, ну что-то не подождал. Я так хотел наверх залезть. Это переводится как Северный полюс. Все. Значит, мы на правильном пути. К Дедушке Морозу бежим. Или к Санта-Клаусу. Кому как ближе. О, смотри, что это там такое? Это там... Это самая сладкая конфета, которая здесь есть. Надо добраться. Надо срочно добраться до нее. Потому что получу я с нее 100 голды. Опа. Блин, давай. Глыба, лети. Куда ты приземлишься? Куда? Сюда? Да, походу, сюда. Прыгаем. Прыгаем. Ну? Как же тут все медленно-то, а? Какая она. Прям светится, прям и манит, а? Сейчас, сейчас подкатится поближе. Вот так. Вот так. И плюс 2. Офигеть, ну-ка пошли ее сейчас продадим. Шоколадная ты зубодробилка, забирай у меня желтизну. 100 голды, ух, богатенький буратинка-то я, однако. И здесь продаем, все. Значит, надо скинуть... Блин, а где мой? Где мой загон? А, вон, вижу. Сейчас мы скинем, короче, глыбу снега для лепки нашего снеговика. Скидываем. Покупаем. Еще один снеговик. Кстати, это другой совсем снеговик. Смотри, у него шляпа есть. Ага. Он больше снежков дает мне. Ладненько, давай возьмем его. О, мы их, оказывается, прокачивать можем. Вот, ёшки-матрёшки. Ну-ка, давай прокачаем первого. Level up. Ага. И вот этого давай качнем. Ну, уже другое дело. Слушай, давай до 5 уровня их качнем. Короче, оказывается, вот эта штука, это еще и телепорт. Очень магическая вещица. Смотри, как я телепортируюсь. Давай, допустим, в Санта-магазинчик. Хлыбыш, и синее сияние меня перенесло. И как раз купим здесь подарочек. Мишка! Тедди Бир! Надеюсь, это не тот Тедди Бир, о котором все подумали. Давай еще один подарочек откроем. О, Пэт Уголь. Нормально. И последний. Блин, этот у меня уже есть. Ладно, давай еще одну откроем. Эй, открывай. Да блин, этот тоже уже есть. А как же снежиночка? Там вроде снежиночка осталась. Да что вас, а? Ну вон, там же снежиночка, я прям вижу, что осталось. Как мне достать-то? Ладно, пойдем. Сейчас этих надо достать. Так, Тедди Бира достаем. Уголь достаем. Интересно, а вот этих можно продать как-нибудь? Convert to gold. Нельзя конвертировать пока. Ясно. Ладно, тогда прокачаем нашего Тедди Бира. Вот так. Короче, Тедди Бир до 4 качнул, а уголек до 5. Чуть-чуть еще поднакоплю и Тедди Бир качну. О, сколько у меня друганов теперь за мной бегает. Роскошно. Кстати, снега я теперь могу насобирать на 325 единиц. Мощно. Посмотрим, какой бонус дают нам пэты на конфеты. О, одну конфетку собрал, получил 17. Офигенно же. Ну-ка, пойдем зелененькую соберем, посмотрим, сколько она даст. И потом надо будет сгонять за желтенькой. Опа. Ну-ка. 18, офигенно, погнали за желтенькой конфетой. Почти доехали, прыгаем. Ну-ка. 17. Ну, неплохо, пойдем сейчас это все продадим, получим кучу голды и апгрейдим еще раз наших пэтов. Моя милая братва, два снеговика, Тедди Бир и уголек. Ну что, желтый щелкунчик дает нам 850 голды, красный щелкунчик дает нам 282 голды и зеленый щелкунчик 530, озолотить мои карманы. Значит так, качаем Тедди Бира. Вот так, все, он теперь 5 уровня и идем скидывать наш балласт снежный с красной сумочки. Воу! Какой он здоровенный, высокий! 500 голды за такого снеговика. Скидываем еще балласт. Теперь телепортируемся в магазин. Хотя бежать до него тут вообще расплюнуть. Но телепорт это крутая штука. И пытаемся выбить снежинку. А-а-а.
О, наконец-то сластить меня на зиму. Опа-па, нифига себе, у него статистика какая крутая. Давай ее качнем до 5 уровня. Вот так. И взять я ее хочу, take on. Ух, сколько она мне прибавила снегу-то, а? 475 снегу я теперь могу собрать. Пойдем попробуем взять конфету какую-нибудь. Она потому что очень много прибавляет конфетам. Целых 4 штуки за одну единицу. Конфетка раз. Хо! Брал раньше по 17, теперь беру по 21. Ну-ка, поехали в Santa Workshop. И прикупим новенький подарочек, который вот такой вот серебряный. О, пингвинище! Посмотрим сейчас на его статистику. Он, по-моему, крут. Ух ты ж, ёкарный. Смотри, какие у него статы. А у снежинки? Ну, снежинка, конечно, покруче будет, но она и прокачана значительно. Но пингвин! Так, надо его заменить на... Вот этого убираем. А вот этого берем. Ха! Опоздал, чувак, я быстрее доберусь. А тебе не достанется. Кстати, а где... Эй! Не понял. А где эта платформа-то? Куда она делась? Чё за дела? Чуваки, платформы нет, куда вы едете? Я платформу не вижу. Ты видишь платформу? И как быть? Ладно, попробую по-другому. Вот отсюда. Вот так вот. Значит, надо попасть на... Куда? Куда попасть? На льдинку. Оу! Больно, однако, было. В общем, до желтой сладости нам пока не добраться, но мы зато сможем скинуть снег. Пришло время прикупить еще один подарочек. Надеюсь, мне не попадется дубликат. О, Фишербир! Сколько у меня медведей теперь, а? Ну-ка посмотрим на его статистику. Где Фишербир? О, нифига себе, он крутой. Значит, снеговика убираем. А Фишербир ставим. Ништяк! И еще один подарок себе можем позволить прикупить. О, сколько подарков было. Хо, Блинкбир, хип-хоп. Медведь с Мафнам у меня теперь есть. Так, какие статы роскошные. Давай его качнем. А, блин, не того качаю, вот этого. А вместо чего бы тебя поставить, слушай? Вместо уголька. Уголек убираем. Медведя ставим. И прокачиваем его. Вот так вот. Посмотри, сколько снега я теперь могу таскать. 1000 с лишним. Это же умопомрачительно. А конфетка-то ты по 45 за единицу я собираю, это... Ох, жоп слипнется. Опа! О, смотри, у меня тоже появились эти ледяные штуки, по которым я могу взобраться. Ну-ка, побежали быстренько. Быстренько наверх. Наверх, что же там интересно, я прям в предвкушении. Наверное, там очень вкусная конфета. Так, как же я высоко-то, смотри. Офигеть, всю карту уже видно, но я еще могу выше взобраться. Точно! Самая сладкая конфета, ну-ка. Сколько? 46 конфет сладких. И еще одна. У-у-у, как же круто здесь. Вот это видок. Вот это мой снеговичок. И мои братюньки Пинки-Винки, это пингвинчик. Снежинка, не знаю, как ее назвать. Тедди-бир, он Тедди-бир, и в Африке-бир. И также Фишер-бир и Блинк-бир. Хип-хоппер. Мишка наш, который... Ну вот, в принципе, и все. Давай сейчас быстренько продадим все это дело. Посмотрим, сколько голды нам дадут. 2750. Офигеть. Интересно, а каким же будет следующий снеговик? Итак, на сегодня это последний снеговик. Сдаем снег. Снова могу взобраться. Так, быстренько бежим. Он, интересно, стал еще выше или такой же? Снеговик на максималочках, блин. Да, по-моему, по высоте он так и таким же остался. Также две конфетки. Все, походу. Выше он уже не станет, да? Я так понял. Или хотя, знаешь что? Ух ты, какие там горы крутые. Или хотя, может быть, мы вон... Точно. По-любому он должен вырасти на такое расстояние, чтобы мы могли добраться вон туда. Как же я не догадался об этом, а? В следующей серии мы будем добираться вон до той ледышечки. Посмотрим, что у нас там есть. Ну, а если тебе понравился симулятор снеговика, лепки снеговика, то с тебя лайкосик под видосик, комментосик и подписочка, если ты еще не подписался, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну, а тебе я желаю хороших выходных. Спасибо, что смотрел. Пока.
увидимся в новом видео. Так, прыгаем на шляпу. Воу! Спустился по снеговику. Так, а сколько он голды, кстати, даст? 3000! Роскошно живем! Братюнь, пингвин, снежинка и медведи пошли тусить.